Это утро. Я и гражданский активист Антон Конев начнем с доброго дела для Натальи Шиповаловой. У нее нужно будет забрать посылку и доставить до адресата. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Наталья, вы говорили, нужно передать посылку. Да. Кому? Дело в том, что мы договорились встретиться с моей подругой Марьей Ивановной, но встреча не состоялась. А я ей хотела передать кое-какие вещи. Вот, и поэтому обратилась к Антону, чтобы он смог найти время и съездить к ней, передать, если может. Марья Ивановна ждет посылку уже? Да, да, мы с ней уже давно договорились, созванивались. Она очень ждет посылку. Давайте передадим посылку Антону. Вот, Антон, пожалуйста, возьми вот этот пакет. Это для Марьи Ивановны и большой от меня горячий привет. Хорошо. У Марьи Ивановны есть еще одна к нам просьба, поэтому на месте нас ждут волонтеры, чтобы нам помогать. Уже подходим к пункту назначения, и здесь нас ждет волонтер. Доброе утро, давай знакомиться. Привет, да, меня зовут Ира. Давно ли помогаешь и почему вообще решила помогать? Ну, я люблю помогать людям, особенно пожилым. Тогда вперед! Погнали! Пока третий волонтер стоит где-то в пробке, мы отправляемся к адресату. Здравствуйте! Здравствуйте! О, это добрые дела! Проходите! Я вас ждала. Марья Ивановна, ваша подруга Наталья передала вам посылку. Вот, Антон, вручай. Спасибо, я ее так ждала, кстати. Она и еще она передавала, кстати, привет. Спасибо огромное, Наташенька. Я тебя благодарю за привет. И благодарствую, что пришли ко мне ребята, наконец-то, добрые дела. Они мне сегодня что-то помогут сделать. Я буду так рада. У вас есть для нас какое-то задание? Рассказывайте, что нужно сделать. Милые ребята, я вас особо не задержу, но так как я не могу достать до верха штор и никак не могу их палочкой снять, то я попрошу вас снять шторы. Пока я их постираю, вы протрете мне пыль в недоступных для меня местах. Пока Антон снимал шторы в комнате, к нам присоединилась волонтер Тамара. Ребята, давайте все это забросим в стиральную машину. Пусть она пока стирает, а мы, значит, с вами протрем пыль. Так, давайте распределим обязанности. Антон у нас помоет полы, Ира протрет потолок, мы с Тамарой вытрем пыль, а Марья Ивановна, если что, указывайте, наблюдайте, командуйте. Буду командовать. Марья Ивановна, принимайте работу. Ну, ребята, ну это класс, понимаете? Потолок помыли, шторы постирали, полы вымыли, пыль протерли. Это было так здорово. Жду вас хотя бы, ну, когда сможете, пожалуйста. Если сможете, то еще как-нибудь перед Новым годом приезжайте. Я буду ждать вас. Конечно, мы приедем, Мария Ивановна. Навели чистоту в квартире и зарядили хорошим настроением. Наталья Жарнова, Антон Конев, Ирина Осорина, Тамара Иванникова, Артем Иванов для программы «Утро на Енисее».